Прежде чем залить на спину, я делаю свой таз ниже его таза. Это очень важное условие. То есть я под него подсаживаюсь, сгибаю ноги и поднимаю его не за счет того, что я утяну на себя, а за счет того, что я выпрямляю ноги. Выпрямляю ноги, он у меня лежит на спине. Делаю все это очень плавно, без рывков. А здесь я просто без всяких резких движений могу спину немножко скруглить. Сюда наклониться, сюда наклониться, медленно плаваю. Когда заканчиваю упражнение, я плавно, медленно сгибаю ноги. Он касается пола ногами. Только после этого я упражняюсь. Понятно? Делайте так плавно, аккуратно, потому что позвоночник. Давай, я тебя делаю.